основатели Академии Вейверли. Такие важные. Эй! Очередной подарок от черной кошки. По крайней мере, я старалась. Я плохой фотограф или это плохое освещение? А, это известная техника «глаза закрыты, смазанный снимок». Многие фотографы годами пытаются овладеть этим приемом, а у кого-то все выходит само собой. Наверное, у меня неправильно настроена вспышка. Кажется, меня потянуло на абстрактные снимки. Интересно.